Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Сегодня я вам хочу показать снасть, которую сделал, изобрел лично я. Сделал вот эта снасть. Назвал ее личинка стрекозы из свинца. Вот она, смотрите, как она сделана. Что получилось? Я вернулся однажды с рыбалки. Это было больше 10 лет, наверное, назад. Почистил рыбу. И там был довольно-таки крупный окунь. Грамм 700-800. Когда я вытащил его внутренности, в желудке оказалась вот такая личинка. И она была живая, она шевелилась еще. Я ее достал. Что-то сильно на нее у меня привлеклось внимание. Мне стало интересно. Ну, я понял, что это личинка стрекозы. И решил сделать по образцу и подобию такую же личинку, только из свинца. Вот она перед вами, видите. Делается-то она практически просто. Для этого нужно молоток иметь, надфиль или напильник. Размеры ее я вам показываю сейчас. 2,4 сантиметра. Ширина получается у нас вот где-то 8, тут местами сантиметр. И высота 4,5 миллиметра. Вот изготавливается она довольно-таки просто. Вначале форму такую заготавливаете. Ну, берете кусок свинца, короче, отрезали, расплющили до уровня глубины, то есть высоты определенной. Сделали такую полосочку, потом молоточком постучали, сделали головку. Напильником вот эти вот углубления сделали. Здесь ребрышки тоже настучали, напилили. Все. Теперь берете сверло, дрель, просверливаете здесь отверстие, здесь отверстие. Вставляете проволочку. Вот видите, здесь проволочка вплотную прикручивается, чтобы как колечки эти вращались. Крючочки. Все. Здесь тоже по принципу яиц. Сюда на кончик я прицепил светлюшком карабинчик. Подцепил тройничок, видите, и красная ниточка. И затоил я тогда их две штуки. Ловился очень хорошо крупный окунь. Судаков я поймал несколько штук, и щуку одну, правда. Что-то у меня потом оборвало. По идее, эту вещь, эту подобие личинки стрекозы должна брать и мирная рыба, то есть сазан, там, лещ, все прочее. Но мне не попадалось, видно, не было в том. Сейчас я покажу, как она работает вот непосредственно вот в баночке. Вот у нас баночка. Туда мы опускаем и смотрим, как же она там себя ведет. Работать ей, ее не надо отрывать одна сильно, чуть-чуть. И вот она как работает, видите? Такое создается впечатление, что жучок движется. Жучок, вот он движется и зачем-то гонится за красной ниточкой. Поклевка происходит очень резкая, такой как удар конкретный. Не то, что там сю-сю-сю-сю, а вот просто как с лету налетает рыба. Рекомендую, советую, сделать несложно. Главное, чтобы было желание. И все. И подобрать вот такой цвет. Я подбирал цвет очень долго, один к одному искал. Видите, болотный цвет. Вот точно как выглядел этот жучок. Всем удачи, хорошей ловли, подписывайтесь. Ставьте.